Более 30 палаток раскинули сегодня на территории городской площади. Ассортимент весьма впечатлительный. Тут и продукты питания, украшения, бытовая химия. Прийти и сравнить цены сегодня может каждый. Представлены даже изделия из меха. Норка, песец, каракуль. Полное разнообразие мехов размерного ряда от 44 по 62. По словам предпринимательницы из Краснодарского края, коллекции современные. Готовы угодить любую моднице и будут прекрасно смотреться как на молодых девушках, так и на дамах, дополняя образ презентабельностью. Чернобуркая очень прикольная моделька. Это из новой коллекции. Потом отделана каракулем. Ну так, песцом. То есть у вас ассортимент для всех возрастных категорий? Естественно. Поход на ярмарку не всегда повод всерьез подраскошелиться. В жажде успеть отхватить товар со скидкой. Приобрести можно и не столь дорогие, но такие милые и всегда необходимые всем носки. К тому же доверие вызывает и турецкое качество. И у нас гольф, и лосины. Все турецкое, качество хорошее. А на какую возрастную категорию? С года, колготки с года и до 12 лет. Взрослые мужские носки есть, детские есть, трусы есть, гольфы есть, рубашки, а без рукавки. Самые низкие цены оптовые. От скольки до скольки? От 20 рублей. В руке каждого каспичанина уже проглядывается пакетик с приобретенным товаром. А это при том, что развернулась ярмарка считанные минуты назад. Впрочем, визит предпринимателей уже не первый, а значит, добрую славу о себе в сердцах каспичан гости заработали не напрасно. Пока пришла посмотреть, что есть, и потом вывод буду делать. Это выбор большой. Каждый товар сегодня можно приобрести со скидкой от 15 до 20%. Однако это еще не предел. Совершать покупку, не требуя сбавить стоимость, за нашим прилавком просто неприлично, утверждает пчеловод Инга Сергеевна. Ассортимент товаров включает прополис, пергу, маточное молочко, да и любой мед, готовый угодить и женщинам, и мужчинам, и детям. Главное, чтобы клиент оставался доволен, а о цене всегда договоримся. От простуды для мужчин, для женщин, для детей, от всего и для всех. А цены? Цены... Договорные, умеренные. Обязательно. Все должны торговаться. А и продавцы. До скольки у вас мед? Ну, у нас от 250 до 600. Судя по такому задорному настроению, приятное впечатление каспичан сегодня обещает быть равносильным прибыли предпринимателей. Светлана Курбатаева, Гайдар Рамазанов. Новости Каспий ТВ.